Здравствуйте, уважаемые янаульцы! Хотелось бы вам рассказать о наказаниях за нарушение указа главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года номер УГ-111 «Обведение режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции». Согласно данному указу, граждане, а также организации, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать правила поведения. За нарушение указанных правил поведения предусмотрена административная ответственность. Например, Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях статьей 13.19 гражданам и индивидуальным предпринимателям предусмотрена административная ответственность. Например, организациям, индивидуальным предпринимателям за нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное же нарушение данного правонарушения уже влечет размер штрафа от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность гражданам за нарушение указанных правил поведения. То есть гражданам в данном случае предусмотрена административная ответственность от 1000 до 3000 рублей, а за повторное уже правонарушение предусмотрена ответственность от 3 до 5000 рублей. Также предусмотрена административная ответственность Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за правила поведения при введении режима повышенной готовности. В данном случае гражданам размер административного штрафа составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В данном случае протокол об административных правонарушениях имеют право составлять органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, члены административной комиссии, а также сотрудники органов внутренних дел. В связи с этим, уважаемые жители Янаульского района, просим соблюдать правила поведения, предусмотренные указом республики, главы Республики Башкортостан, и соблюдать указанные правила в местах скопления людей. На сегодняшний день составлено более 180 материалов в отношении жителей Янаульского района. Все материалы по данным правонарушениям переданы в Янаульский районный суд для рассмотрения. По многим материалам дела уже вынесено решение. Уважаемые жители города Янаула и Янаульского района, прошу вас соблюдать режим повышенной готовности и правила поведения, предусмотренные указом главы Республики Башкортостан. Берегите себя и своих близких.